Ежегодное послание губернатора обсудили в местном отделении партии «Единая Россия». Опираясь на наказы руководителя региона, участники встречи скорректируют планы своей дальнейшей работы. На заседании они наметили планы дальнейших действий и способы их воплощения в жизнь. Так, особое внимание Андрей Воробьев обратил на развитие социальной сферы Подмосковья. Одна из задач на сегодня – войти в десятку лучших школ России. Секретарь Люберецкого отделения партии Владимир Ружицкий подчеркнул, что ряд вопросов в образовании Люберецкого округа уже решен. Власти продолжат исполнять проблемные зоны. То же касается и здравоохранения. Это и средства поликлиники в Октябрьском, между Октябрьском и Островцами. Мы обеспечим жителей поселка Октябрьской медицинскими услугами. У нас в планах строительство поликлиники в самолете, на птицефабрике Мирной и корпус, большой корпус на 600 койко-мест, хирургический. Это в нашей, как мы принято называть, ЦРБ-2. Также единороссы обсудили перспективы развития транспортной инфраструктуры округа. Это расширение Октябрьского проспекта, строительство Зенинского шоссе и трассы Урал-5. А также рассмотрели вопросы благоустройства Малаховского озера и парка Лапса. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.